Ты еще хотел. Как бы, ну, раз. Витя, почему ты не попадаешь? Тебя поправку на ухо. А делай поправку. То есть, вот вроде летишь так вот, как бы вот здесь поправку делаешь. Вот, знаешь, ну, вроде, знаешь, пролетаешь, а ты вот здесь. Еще раз поправочку. Еще дальше. Давай, пошел. Отсюда пошел. Раз. Достаточно. Ведь он не убегал, он стоял. Что у тебя происходит в мозгах вот в тот момент, когда такие ощущения? Он исчезает, он перепрыгивает. Почему не попадаешь? Не исчезает. Ударить хочу, но у меня просто координация. Просто разворачивает тебя, да? Ну, если разворачивает, то разворачивает. Если пролетаешь, то пролетаешь. А то, что ты это ощущаешь, не ощущаешь. А зрительно он перед тобой или ты видишь, что это зрительно... Что дистанция большая, а ты не можешь дотянуться. Ты это видишь? Не, дотянуться как бы можешь, но не попадаешь, скорее. Просто не попадаешь. Ну, то есть физически ты можешь дотянуться, но именно уходит уже тело само твое, просто меняется как бы траектория. Ты по ней идешь, но потом как бы сходишь. Раскакивает. Ну да. Сама как бы твои движения меняются просто. То есть это именно в твоей координации дело получается? Да, как бы скользит и мимо, и все. Да, да, то есть как бы смотришь, но потом ты как бы меняешься. Вот, меняется просто твое направление движения. Импульс твой встает, и все становится. Поскольку ты уже летишь, все просто меняется. Виктора. Какую-то стену. Твоя же просто координация, твоя же, ну, это же никто, руками не хватает. То есть твои как бы импульсы тебя и меняют. Ты просто ими уже не управляешь, и это происходит. Используется. Ну ты разобрался, энергия это твоя генетическая. Энергия твоя. Ты хочешь бить сюда, а уже у тебя немножко меняется, как бы ты же сам же и дергаешь себя всего лишь. Ну а как уже там вот здесь, так, ну нервы, все нервы, энергия, нервы, и пошел к энергии. Ну может одну энергию немножко другую бы воздействовать. Наверное еще и все-таки какие-то... То есть управление, идет управление, да, твоей энергией. Да, да.